Было ли у вас такое чувство, что жизнь пролетает очень быстро? Хочется поставить на паузу и посмотреть, как это было. Я пролетел 100 тысяч километров и жил в 12 странах на 3 разных континентах. Я расскажу вам о особенности жизни в других странах и о том, как нужно снимать видео. Так, стоп. Слишком пафосно получилось. На самом деле я обычный чувак с небольшого города и с камерой в руках. Моя жизнь не самая лучшая, но она точно насыщенная.